привет! Спасибо, что смотрите меня, наблюдаете за моим прогрессом. Вот я сейчас возвращаюсь от своего ортодонта, забрала 10-ю пару лайнеров. Также врач мне вручил следующие две пары, 11-ю и 12-ю. И следующий визит назначил мне только через 6 недель. Поначалу я посещала доктора где-то раз в месяц, сейчас я посещаю раз в 6 недель. Что очень удобно, не отнимает у вас много времени, и сам визит проходит очень быстро, на все уходит буквально 15-20 минут. Врач просто контролирует процесс лечения. Сегодня мне врач сделал также несколько фотографий челюсти, чтобы контролировать прогресс. И выдает новые пары лайнеров. Вот, в принципе, все, что вас ожидает на приеме. Один из вопросов, который вы мне задали в социальных сетях, сколько мне еще носить лайнеры? Закончила я носить 9-ю пару, всего у меня 31 пара, поэтому еще у меня остается 22. То есть в среднем это 11 месяцев лечения. А на самом деле прогресс окружающим еще не особо заметен, так как мой самый проблемный зуб, он сидит далеко от ровной прямой. Но если сравнить фотографии в начале лечения с фотографиями на данный момент, то можно увидеть реальные изменения. Мои нижние зубы стали намного ровнее, а верхний, самый проблемный зуб, он начинает постепенно выдвигаться вперед. Еще один вопрос, который вы мне задали, когда проходит боль при одевании новой пары лайнеров? На самом деле это индивидуально, и каждая пара, она двигает разные зубы, и давление направлено на разные зубы, поэтому какие-то пары, например, они абсолютно безболезненны, какие-то доставляют вам небольшой дискомфорт, в зависимости от того, на какие зубы как раз-таки направлено давление. У меня, например, самые болезненные пары были первая и вторая в самом начале лечения. И также, как ни странно, 9-я пара оказалась довольно-таки болезненной. Не могу сказать, что болезненной, но ощущается такое конкретное давление на зубы. И проходит примерно дискомфорт на 3-4 день. Опять же, советую вам одевать лайнеры на ночь, так как пока вы спите, ваши зубы привыкают к новой паре, и на утро вы уже чувствуете меньше дискомфорт, вам уже легче снять лайнеры, и уже вы не чувствуете боли. Еще один из часто задаваемых вопросов – сколько стоит лайнер Invisalign? На самом деле это, опять же, индивидуально, зависит от вашего случая. Кому-то, например, понадобится 10 пар лайнеров, кому-то 20, кому-то 30 и более. У кого-то лечение займет 6-8 месяцев, у кого-то лечение займет год-полтора. Поэтому это зависит от того, насколько сложно ваше лечение будет. В Москве цены на Invisalign варьируются где-то от 250-400 тысяч рублей. Опять же, зависит от клиники, от вашего случая и так далее. В Америке стартовая цена где-то от 5000 долларов. Я живу в Новой Зеландии. Мне лечение обошлось 8,5 тысяч новозеландских долларов. Новозеландский доллар, он немножечко ниже, нежели американский доллар, поэтому если переводить в американскую валюту, это примерно где-то 6,5, может быть, тысяч долларов. Соглашусь, что стоимость нейлайнера не низкая, но ровные зубы и правильный прикус – это здоровье ваших зубов, которые даются нам раз в жизни, мы должны их беречь. И согласитесь, улыбка располагает к общению, красивая улыбка делает нас более счастливыми, нам хочется постоянно улыбаться, общаться, делать нас более открытыми. И кому-то, возможно, также поможет и наладит личную жизнь.
избавит от комплексов. Но если бы не невидимые лайнеры, я бы никогда не решилась исправить свои зубы. На самом деле я очень довольна, что выбрала данную альтернативу брекетам. Мне даже нравится носить элайнеры, и я знаю, что они приближают меня к голливудской улыбке. Даже сейчас мне уже хочется больше улыбаться, потому что я уже приобрела какую-то уверенность в себе. Я знаю, что я уже двигаюсь постепенно к своей мечте о красивой улыбке. Спасибо, что смотрите меня. Если у вас будут возникать вопросы, вы всегда можете оставить комментарии на YouTube или написать мне на сайте. С радостью отвечу на ваши вопросы в следующем видео. И желаю вам хорошего дня. Всем пока. Сейчас я приехала уже в магазин. Пойду делать покупки. Возвращаюсь домой после шопинга. В Новой Зеландии у нас прекрасная погода, солнечно. У нас сейчас лето, что очень радует. Мы, кстати, на новогодние праздники ездили в путешествие по Новой Зеландии и сняли много очень красивых видео. На днях я выложу несколько. Если интересно, будет посмотреть. Welcome! Вот я дома. До новых встреч. Я побежала. Всем пока.